I'm Connie, the Wildhüter of Hirschfelden. Reserve warden, that is. I'm here to make sure that your time here will be unforgettable. Hirschfelden is one of the oldest hunting reserves in Europe, and we host a diverse population of the most popular big game for all hunting tastes. It's also the most beautiful place on Earth. No, I'm not biased at all. Go ahead and have a look around. I can't wait for you to experience all the beauty of Hirschfelden's fields and forests. Всем привет, дорогие друзья! С вами Спикер, и сезон охоты начинается в игре The Hunter. Мы сегодня будем охотиться, друзья. Вы просили разнообразие, и воля, получилось. Так, хорошо, мы появились где-то в лесу. Реально очень красивые пейзажи, красивые погодные условия и дикие животные, друзья. Мы будем отстреливать, нас обучат, нам покажут и будем охотиться. Я считаю, что каждый мужчина должен уметь охотиться, прокормить свою семью. Но это было раньше, сейчас другие законы и другие порядки. Так, хорошо, нам нужна винтовка, F1 подробности. Нам показывают и животные, так, зов животных. Довольно интересный список, но мне не интересно. Мне интересно поймать животное, его застрелить. Это очень жестоко, но я не охотник, сразу, друзья, говорю. И не люблю слишком много жестокости. Хорошо, нас обучат, мне нужна винтовка. Так, мы посмотрим, что у нас есть. У нас есть, по идее, бинокль. Он хорошо так приближает, кстати. Очень хорошо приближает. У нас, по идее, есть винтовка. 5 патронов в обойме и еще 20 на запас. Обалдеть, какие тут красоты. Так, я вижу, есть вышку. Так, отследить животное. Друзья, охота начинается. Пойдем посмотрим. У нас есть голос, брачный зов. Это кто? Это у нас косуля. Ну что, друзья, у нас умеет, по идее, приседать и ложиться даже. Так, это мы легли. Даже приминается трава. Это реально очень реалистично. И умеет как-то у нас еще приседать. Так что ползти. Вот, мы ползем. Да, мы теперь ползем спокойно. Как у нас в оптика? У нас оптика, кстати, не очень. Но тут у нас есть луки, арбалеты. И можно даже поставить, кажется, глушитель. Но это все на прокачке. Это все потом. А сейчас, друзья, будет тихо и идем охотиться. Так, зов я слышал в той стороне. Наверное, все-таки можно, наверное, встать. И, наверное, пробежаться чуток. Посмотреть на эти красивые... Обалдеть, как тут красиво. Интересно, будут сильные ветра. И все дело будет интересно развиваться. Обалдеть, ну, реально очень шикарно, вот реально бесподобно. Мы идем охотиться, друзья. Ветки деревьев нам помешают. Ага, понятненько. Нам нужно аккуратненько просто идти, выслеживать нашу добычу. Присесть, так, я понял, присесть можно, можно просто ускориться. А вот даже удобно. Довольно удобно и реально мне нравится. Мне нравится, друзья. Если вам нравится эта игра, пишите комментарий, и мы будем охотиться. Так, можно лечь. Я уже это все понял, это все нашел. Как в обычном шутере, мы умеем приседать и ложиться. Так, прицел. Ну, я, в принципе, разобрался, да, увеличение. Мы идем дальше. Нам нужна косуля. Тут у нас есть лисица, есть медведи, есть много разных животных, есть кабаны и даже вроде зубры. Я еще не изучил полностью, но тут, как я скажу, друзья... Это реально очень красиво. Наверное, YouTube все-таки уберет качеством, и там не будет не такое качество. А зов был он в той стороне. Так, брачный зов, это косуля. Кстати, друзья, у нас есть приманки. У нас есть приманки вот такие, кажется, какие-то птички. Для птичек есть вот такие приманки. А это, походу, уже для косульки. Ух, какой зов-то. Так, идем дальше. У нас, по идее, есть транспортное средство, по которому можно передвигаться. Так, как раз вот есть и дорога, по которой можно передвигаться. Хорошо, друзья, наша первая жертва прям по курсу, идем к ней. Очень аккуратненько наблюдаем по сторонам. Но, по идее, есть помет, есть следы, и все это дело можно выслеживать животных и находить. Кстати, даже тут есть белки, которых можно убить, но за них не дают награду. Это почему-то даже не очень-то и nice. Так, нам кажется, в ту сторону. Может, все-таки пробежаться нам? Потому что зубы очень далеко, пока что нет следов никаких. Так что можно пробежаться. Ох, есть след. То есть есть зов. Можно же сделать и так. Так, подробности. Нет, все, сейчас вам. Нам не нужна никакая помощь. Я, в принципе, сам все сделаю, разберусь. Мы подойдем к животному. И тогда же будем просто стрелять. Интересно, как это все будет выглядеть. Потом можно будет продать эту тушку. И... где-то был зов, я только не услышал, где именно. Так, ну он был в той стороне, это точно. Можно даже... Ну это, кстати, довольно громко было.
Так, уже появились следы. 20 метров. Вот тут есть следы какие-то. И как раз нам следы покажут, в какую сторону нужно двигаться. Так, мы нажимаем Е. И в какую сторону? Вон в той стороне. Так, изучить след. Когда будет помет уже, значит, животные будут рядом. А есть еще места, где животные просто обитают и спят. Это называется спячка у них какая-то. Так, идем дальше. Так, я вижу, есть какие-то следы. Есть следы, значит, животное уже рядом. Можно, наверное, все-таки присесть. Так, присесть у нас. Погоди, в ту сторону, что ли? Так, ну зов был в той стороне. Мы все-таки пойдем, наверное, в ту сторону. Наверное, животное пошло здесь вокруг и пошло в ту сторону. Сейчас найдем животное, друзья. Нужна помощь? Да мне не нужна помощь, я сам разберусь со всем. Каждый мужчина должен охотиться. Ну, конечно, сейчас охота это просто какое-то хобби. Так, все-таки можно встать, наверное. Попыли, секунду, все-таки есть какие-то следы в этой стороне, что ли? Мы как-то заблудились. Животное пытается нас... Так, погоди, ну все верно иду, вон в той стороне. Так, самое главное, нужно медленно идти. И чем ниже, тем лучше, друзья. Вот есть какой-то следующий след. Либо помет, либо след. Так, это уже чьи-то какашки, походу. Да, есть помет. Помет косуля. Идем в ту сторону, друзья. Так, кажется, вон в той стороне было. Живот у нас не просто стоит, она шевелится. Она движется и бывает даже и спит. Так, есть следы, очень, очень часто следы. Мы уже, наверное, садимся. Погоди-то, а он все верно. Вон в той стороне, дорогие друзья. Сейчас найдем животное, застрелим, получим награду и будем изучать этот мир. А здесь живот у нас сделал какой-то круг и пошел, наверное, в ту сторону. Так, секундочку, я, кажется, кого-то вижу. Так, 100 метров. У меня появилась какая-то отметка, 100 метров, даже не знаю, что такое. У нас, по идее, тут есть карта. Карта реально очень огромная. Это у нас пометка, видимо, вышки. И, друзья, нужно еще определиться, как идти нужно. По ветру, либо против ветра. Так, ну и понятно, карты я разобрался уже. Идем очень аккуратно. Растительность здесь очень много, всякое разное. Есть большие сорняки, есть даже озеро. Там довольно красиво. И мне кажется, слишком далеко нужно все-таки, наверное, подняться здесь на гору. И тогда мы уже увидим. А отсюда будет прекрасный вид. Какие тут горы. Пока никакого нет движения, я не слышу никаких звуков. Мы, кажется, просто потерялись животное. Конечно, очень печально. Мы просто бегаем по лесу и никого пока что не нашли. Но мы можем подняться на вышку. Там, по идее, карта обновится. И мы сможем увидеть больше территории. Так, мне кажется, на каждой территории обитают разные животные. Но можно, наверное, приманку сделать. Так, сделаем приманку. Сейчас услышим. Такой красивый заборчик. Наверное, можно перепрыгнуть? Да, спокойно перепрыгнуть. Пока что на приманку как-то не очень реагирует. Так, хорошо, поднимаемся наверх. Возможно, оттуда мы кого-то увидим, а возможно и нет. Но там, кажется, будет обновляться карта. Сейчас поднимемся и посмотрим. Вышка сделана так хорошо, крепко. Реально для охоты. Так, кажется, зов был вон в той стороне. Но я же оттуда и пришел. Животное просто бегает по кругу. Хорошо, я все-таки спускаюсь. Мне хочется найти животное, хочется его подстрелить и посмотреть, как это все будет сделано. Интересно, наверное, будут пули лететь, как в снайпер элитам, и уже попадать в определенное место. В голову, в сердце, в печень, в легкое. Это будет реально очень красиво сделано, реализовано. Так, ну какой-то слишком высокий забор. Мне нужно найти место, где можно перепрыгнуть его. Так, наверное, все-таки пробежимся чуток, потом присядем и будем искать животное. Мне кажется, вон там животное как раз и было в спячке. Так, можно еще раз сделать. Все-таки на приманку как-то реагирует. Чуток подождем и сейчас услышим зов. Мне кажется, я услышу только сову. Совы больше никого нету. Неужели тут никого у нас нету? Но по идее должны животные, их слишком много. Тут можно войти просто подальше уже в центр куда-нибудь. И тут реально будет очень много живого. Ох май гад, карта реально просто огромная. На каждой территории, мне кажется, обитает свои животные. Так, мне все-таки нужно поймать хотя бы сегодня косулю. Ох, темнеет уже. Уже темнеет довольно быстро. Так, есть следы, походу это свежие следы, либо помет. Сейчас мы определимся и будем просто выслеживать нашу добычу. Ну что, дубль 2, друзья. Так, следы ведут именно вот сюда. Они очень... Да черт возьми, они в туда и в ту, с ту сторону. Что и происходит? Надо пытаться как запутать. Так, следы вон в
той стороне, пойдем в ту сторону. Это свежий свидлин, и значит, где-то поблизости косуля. Но если мы идем, конечно, мы никого не понимаем, потому что животное просто услышит шаги и от нас уйдет. Так, здесь она пригнулась, что ли? Капает дождик уже, погодные условия меняются, а мы все охотимся. Так, мне нужно не на вышку, видимо, прошло здесь через дорогу это животное. Мы идем, оп, есть следы. Самое главное, друзья, нужно медленно идти. Так, нужно все-таки сделать какой-то зов, приманку. Да, именно в той стороне. Подождем, послушаем и продолжим путь. Так, хорошо, пойдем. Видимо, не так косуля звучит. Возможно, мы на какое-то другое животное. Так, есть что-то, он, походу, здесь помет, либо просто ночлежка. Так, это уже лань. Ох, другое животное уж, друзья. Здесь слишком много животных. Только я пока что никого не вижу. Другие следы уже. Но мы все-таки, наверное, пригнемся уже и будем аккуратненько идти по следу. Ну, хотя бы зов услышать. Где поближе или далеко, или близко. Где животное? Так, есть следы. Давай еще разок. Мы уже выслеживаем, походу, двоих животных. Нет, не получается все-таки. Так, следы ведут вон в ту сторону. Ну что, друзья, пойдем, я уже пригнулся. Все-таки животное должно дать звук, и тогда мы его услышим. Так, я вижу вот следы. Надеюсь, мы идем гораздо быстрее, чем животное, потому что мы так будем бегать просто по кругу. Но зоу реально нету. Так, следы вон в ту сторону, прям в чащу. Ответок очень меня хорошо слышно, но делать нечего. Нужно проходить чаще и выйти на какую-то местность, чтобы реально видно было. Потому что сквозь эти джунгли проходить и выслеживать животное буквально пару метров увидим. Потому что и пару метров больше ничего не вижу. Так, хорошо, мы встанем мы. Выглянуло солнышко и... Ох, май га, какая тут природа, обалдеть. Все-таки осень, друзья, гораздо красивее. Самое красивое время года. Я больше... А, нет, вижу следы. Где наше дикое животное? Мне хочется уже пострелять в кого-нибудь. Мне кажется, слишком она далеко, и поэтому следы, по идее, свежие, значит, где-то поблизости. Так, аккуратненько выходим. Здесь уже открытая местность. Но я пока что никого не вижу. Следов я тоже никаких не вижу, хотя нет, вижу впереди. А нет, это не следы, это просто цветочки. Это просто ромашки. Так, у нас есть открытая местность, но я тут никого не вижу. Так, интересно, в какую сторону идти? А, вон вижу, есть следы. Там даже есть парочку следов. Возможно, даже это помет. Бегать я не хочу, потому что я напугаю животное. Так, следы ведут вон в ту сторону. Как раз на открытую местность. Довольно будет удобно отстреливать. Так, а кто там, интересно, у нас был? Я даже не посмотрел, кто у нас там был. Какая разница? Нужно просто... Это была косуля. Так, вижу косулю, кажется, я уже вижу. Ну-ка, друзья, подходим поближе. 100 метров и прям по курсу. Кто-то, походу, у нас есть. Там открытая местность, друзья, и можно подстрелить животное. Сейчас посмотрим. Открытая местность очень опасна. Но удобно для охотников. Так, есть помет. Да, это помет. Помет косули. Так, вот трава примята, и как раз вот в эту сторону. Мы приближаемся, 80 метров, буквально за холмиком. Ну-ка, возьми, наверное, нужно подняться, наверное, на холмик. Там будет видно хорошо. Довольно далеко ушла косуля. Пока что не вижу, мне все-таки мешает трава, можно привстать. Но я, конечно, боюсь спугнуть животное. Мне нужно все-таки пропитание, и мне нужно это животное. Так, можно подняться все-таки на гору. Ну, кстати, оптика не очень-то и хорошая. Это максимум, что можно приблизить. Довольно будет сложно отстреливать. Мы долго выслеживали и должны подстрелить это животное. Так, возьмем бинокль. Но мы приближаемся. Появилось солнышко, и вот он. Так, я не вижу. Я вижу отметку, но я не вижу, что он есть у нас. Так, возможно, это косуль, возможно, нет. Так, секундочку, вот, 90 метров. И, походу, вот это животное. Даже не знаю, друзья, потому что я еще не играл в эту игру. Буквально чуток, азы. Но 90 метров недалеко. Оно бы не движется. Стоит на месте. Это, видимо, какое-то у нас... Даже не знаю, что это такое. Хорошо, мы, наверное, пойдем вот к этой отметке. 80 метров, прям где-то...
Так, ну, по идее, следы вели именно в ту сторону. Значит, идем туда. Очень медленно и верно. Так, вижу следы прямо по курсу. Так, 70 метров. Я пока что не вижу животных, потому что, походу, она в чаще. Хорошее место, чтобы спрятаться. Так, следы. Именно в той стороне, что ли? Так, нужно осмотреться. Ну, вот я показываю, у меня 60 метров в этой стороне. Где-то прям в чаще. Так, а по карте у нас показывают, что тут интересно находится. У нас пока карта не обновилась. Так, у нас, возможно, да, быть зверя. А тут у нас особое место. Это просто особое место, а тут у нас, походу, можно добыть зверя. Так, ну пойдем в эту сторону. Очень медленно, аккуратно. У нас, по идее, следы идут в ту... А нет, в ту сторону, что ли? Так, я вижу следы. Это просто возможное место. Хорошо, наверное, все-таки пойдем по следам. И, наверное, все-таки возьмем приманку. Ну-ка, давайте приманкой попробуем. Никаких звуков, это реально очень усложняет. Есть только следы, есть только помет и больше ничего. Так, по помету мы не сможем определить, в какой стороне. Это просто какое-то особое место и все. Так, ну хорошо, друзья, наверное, пойдем в ту сторону. Это просто помет, но не показывает, в какую сторону. Так, нажимаем Е, следить, это просто косулька и все. Ну хорошо, пойдем, наверное, 58 метров, проползем, доползем и посмотрим, кто у нас там обитает. Но, по идее, все-таки следы были в ту сторону. Вон там как раз появились следы. Ну, хорошо, идем в эту сторону. Что ж поделать-то? Такая участь охотника. Долго выслеживаем и добываем всего лишь одно животное. Так, 30 метров прям за холмиком довольно будет... Так, есть звук, только где он был? Я не увидел. Я реально не увидел. Хорошо, идем к этой отметке. Возможно, найдем другие следы и будем отслеживать другое животное. Ох, есть животное, друзья! Есть животное. Это кто у нас? Какая разница, мы будем отстреливать. Так, кажется, напрягнулась. Она просто спит и отдыхает. Это реально, друзья. Всего лишь 20 метров до животного. Сейчас посмотрим поближе. Да, появилась отметка, она просто отдыхает. И, ну, я скажу, это, конечно, не очень-то и... по-человечески. Животное отдыхает, а тебя пришли тут убивать. Ну хорошо, друзья, будем убивать просто в голову. У нас, по идее, шифтом можно задержать дыхание и не будем заставлять животное мучиться. Нужно стрелять просто в голову. Так, я надписи не читаю, я пытаюсь как-то прицелиться, потому что слишком долго я выслеживал. Она мотает головой и нужно прям в голову. Черт возьми. Так, у нас есть сердцебиение, нужно все это учитывать. Скорость ветра, я думаю, еще и... Так, ну все-таки будем отстреливать. Друзья, мы походу все-таки ранили животное, и нам придется пробежать. Так, есть какие-то следы. Ну пойдем, возможно, она истекает кровью. Да, это была ночлежка, тут животное отдыхало. И что, друзья? Так, мы подстрелили просто в голову. Обалдеть, вот это просто... Это просто топ. Попали просто в голову, животное не мочилось, мы подстрелили косули, можно выслеживать еще одного. Так, принять, мы принимаем, конечно же, денежные награды, потом можно это дело все прокачать в винтовку. Красавица, давай-ка ты не будешь рассказывать, потому что тут есть вокруг еще животные, друзья. Ну что, давайте, наверное. Так, еще одна косулька, сделаем перезарядку. Тут, походу, была не одна косуля, потому что движение подошло, потом пошло дальше. Так, наверное, все-таки в гору подниматься. Нам написали по ходу прокачки оружия. Но есть специальный домик, где можно прокачивать оружие и менять оружие. Возможно, даже можно поставить и глушитель. Свежие следы. Это снова косуля. И 100 метров появилось. Сейчас идем снова охотиться. Вот это мне уже нравится. Охота пошла. Можно подстрелить животное, она будет истекать кровью. И по крови будем, друзья, искать труп. Это, конечно, очень сложно, но возможно. Так, 70 метров, походу, у них новая ночлежка. Сейчас мы найдем эту ночлежку. Так, есть следы, свежие следы, пока что без помета. Животное не испугалось, обычно животное пугается и делает помет. Но в этом случае не то. 50 метров. Сейчас посмотрим, в какую сторону двинулось. Нам нужно чуть проверить, по идее, чуть. Ну, так, аккуратненько проходим листву. Так, 30 метров, она движется, она реально движется. Прямо перед нами. Так, сидим в укрытии. Всего лишь 29 метров. Первое животное мы убили за 24
Так, 50 метров, это, походу, ночлежка. Показал на карте. Хорошо, медленно двигаемся, а можно даже и ползком, друзья. Так, секундочку. Прямо через дорогу. Ох, друзья, какая удача. Прямо возле дороги у нас животное. Ну что, будем пытаться, наверное, отстреливать в сердце. Посмотрим, как будет истекать кровь. Это, конечно, очень жестоко. Я бы отстрелял сразу в голову бы. А можно просто в глаз. Не попортить шкурки, можно просто в глаз. Но это, друзья, это реально красиво смотрится. Можно посмотреть все это сблизи, друзья. Буквально каких-то 30 метров. Какая анимация животного, друзья. Это реально очень красиво. Красивая природа. Сезон охоты начинается. Это всего лишь игра. Конечно, я не охотник, я не убиваю животных. И мы попробуем прям в сердце. Выстрел есть, животное встало, и она движется, друзья. Истекает кровью, мы пробежимся, найдем труп, заработаем денег, прокачаем оружие. Сейчас посмотрим, сделаем перезарядку. Конечно, бегать мы не сможем никого поймать, когда будем бегать. Есть кровь, так что, друзья, в ту сторону. По следам, по крови мы будем изучать и найдем животное. А возможно, в такой чаще мы не найдем никого. Так, можно припрыгнуть по следам, по крови. Так, следы изучаем. В той стороне, что ли, животное? Косуля. Нет, секундочку, есть чуть ниже еще. Так, вижу, да, вижу, что трава примята, значит, вот в эту сторону. Так, секундочку, опять наверх, что ли? Что за фигня? В какую сторону бежать мне? Где моя добыча? Так, вон следы есть. Животное странно как-то бегало. Так, вон, она снова наверху, что ли? Я как-то не понимаю. Ну, хорошо, бежим по следам, даже не знаю, почему наверху. Возможно, пробежал вниз, потом наверх, что ли? Она бросила просто наверх. А мы должны были по крови. Черт возьми. Я реально потерял тушку, друзья. Не, сейчас найдем. Так, по следам, вот вижу следы. Свежие следы, нужно быстренько сориентироваться и найти животное. Нужно по кровушке. Ну, черт возьми, она, походу, вышла просто из лесу, поднялась наверх и уселась. Так, опять следы. Ну, пойдем наверх. По идее, должны быть свежие следы и, по идее, должна быть кровь. Ну, пойдем сюда, даже не знаем. Мы, по идее, вот тут убили. Вот тут тоже есть следы. Погоди секундочку. Вот тушка наша. А вот и наша тушка, друзья. Она просто бегала по кругу, видимо, и пришла сюда. Вот, друзья, наша тушка. Интересно, куда мы попали? Сейчас посмотрим. Мы попали в легкое. Правое причем. И в лопатку. Мягкие ткани повреждены. Животное убито. В принципе, легкое, это, конечно, очень болезненно. А где, интересно, тут сердце? Ну-ка посмотрим поближе. Можно, интересно, увеличить? Нет, увеличивать нельзя. Мы попали реально в левое легкое. Ну да, мне нравится, кстати. Показываю так все. Даже показывает момент, как мы стреляли. Она то и сидела, просто, видимо, чесалась, и мы его подстрелили. Ну что, друзья, мы убили двоих животных. Довольно забавно получился первый выпуск. А если, друзья, вам понравилось, пишите в комментариях, и я продолжу охоту на кабанов, на диких медведей и на остальных животных. Ну а с вами был Спикер, и увидимся в других роликах. Всем спасибо, кто смотрел, и до новых встреч. Всем пока! Standing in the midst of the crowd, but nobody sees me. Shouting at the top of my lungs, but nobody hears me. All in the name of love, look what you made me. I've been praying for the rain to fall, watch me down.